Всем привет! Сегодня приехала вот такая большая посылка. Посылка это, видимо, с Москвы. Но заказ был сделан на AliExpress. Давайте сейчас вскроем, посмотрим, что она такая. Ну, тяжеленькая, я догадываюсь, что это. Многие меня просили купить штатив. Вот, и я наконец-то его купил. Заказ приехал, не знаю, буквально сегодня у нас 16-е. Заказывал я все 11-го. По цене этот штатив стоит около 28 долларов, что на русские рубли 2000 где-то 120 рублей. Ну что ж, давайте вскроем, посмотрим, что внутри. Кстати, принес курьер, все очень быстро, буквально доехало за 5 дней. Начнем вскрывать нашу пленку с одной стороны. Итак, упаковано не так, конечно, как с Китая. Ну, в принципе, тут была транспортная компания, поэтому ничего страшного. Вот такая черная коробка, и на ней нарисован наш штатив. Так, с этой стороны он открывается. И давайте посмотрим, что внутри. Внутри в коробке больше ничего нет, мы ее откладываем. И вот такая черная сумочка. Имеется ремешочек, Zumi, надпись на нашей сумочке. И что внутри? Давайте смотреть. Сумочку временно мы уберем. В сумочке также вот такая какая-то инструкция и силикагель, вот этот, который убирает влагу. Здесь у нас инструкция, как пользоваться, как раскладывать. Ну что сказать, нормально, достойно, на английском. Так, русский имеется, United французский. Так, русского языка нет. Ну, какая нам разница, мы по картинкам все сами поймем. И давайте достанем наш штатив. Итак, вот такой штатив. Ну, в принципе, по первому взгляду, да, по первому впечатлению, вроде бы неплохо. Я в ДНС хотел купить штатив, ну, как бы у нас, да, не заморачиваться. Пошел, посмотрел, мне вообще не понравилось. Очень все такого плохого качества. Этот, я не знаю, сейчас надо разложить и посмотреть, как он будет выглядеть. Но на первый взгляд качество пластика вроде бы так неплохое. Вот таким образом выглядит наш штатив. Не знаю, тут какая-то, мне кажется, как мало света, но в принципе качество пластика довольно-таки неплохое. Вот это вот у нас ноги идут из какого-то алюминия, ну, может быть, дюрали. Защелочки очень тугие, очень плотно все зашлепывается. Здесь у нас вот такие поворачивающиеся ножки. Вот таким образом выглядит наш штатив в разложенном состоянии. Высокий оказался, я думал, он будет поменьше. Итак, давайте я поднесу рулетку. Где-то 145 сантиметров. Это вот основание, на которое ставится видеокамера. Ну или на что вы там снимаете. Ну и давайте теперь просмотрим, какие тут у него функции. Значит, вот эта крутяха позволяет вращать нашу камеру. Круглая сбоку. С этой стороны имеется тоже вот такая штука, которая позволяет поворачивать камеру вертикально. Мы ее сейчас подтянем. Также здесь ручка, которая позволяет менять наклон вверх-вниз. Ниже имеется такое основание, небольшой пузырьковый уровень, фиксация вот этой поднимающейся стойки и также ручка, которая ее опускает.
Что хочу сказать. Сделано, в принципе, неплохо. Практически нету люфтов. Вот я пытаюсь трусить, да, ну, не болтается. У меня на работе рабочий штатив. Там люфты намного серьезнее, чем в этом. Вот в этом, в принципе, меня тут все очень сильно радует. Кроме вот этих вот штучек. Они сделаны из пластика. Я не знаю, что это за пластик, качественный или нет. Но будем надеяться, что хороший. Также идут вот такие фиксаторы, очень жесткие, тоже очень хорошо все фиксируется. Ну и в целом на вид выглядит все довольно-таки неплохо. Тут такие мягенькие, типа поролоновые штучки. Здесь с этой стороны отжимной рычаг, который позволяет нам быстро снимать любое средство для съемки, пусть то экшн-камера или фотоаппарат. Ну вот так это вот выглядит. Ну а дальше, наверное, мы давайте перейдем к магазину, на котором я его покупал, и посмотрим там, какая на него цена. Так, и давайте посмотрим, что у нас на сайте по заказам. Этот штатив уже заказало 1663 человека. Имеются варианты доставки из Китая и Российской Федерации. Ну, в Китае, как мы видим, только черный цвет. А в России у нас присутствует еще несколько цветов, но, к сожалению, черный уже закончился. Также имеется 613 отзывов. С фотографиями вы можете почитать, посмотреть. Ну, если вам это будет нужно. Ну, на этом все. Можете меня поздравить. Теперь у меня уже есть штатив. Я думаю, я не буду вас больше бесить своими дергающимися видео. Ну, а на этом всем пока и до новых встреч.